И всем привет, дорогие друзья, с вами я Дебор, и сегодня мы построим невероятно маленький домик, двухэтажный или трехэтажный в Майнкрафт. Давайте сейчас посмотрим, что у нас получится. Итак, я ничего не готовил, опять же, из материалов. Будет строиться все это из кирпича. Вот такого кирпича. Вот такой вот будет домик. Вот. Вот это вот его будет, собственно, вся площадь одного этажа. Вот такая вот. Вот, чтобы понимали, насколько это мало. То есть он будет невероятно маленьким, но что-то да и получится, я думаю. То есть, ну, много этажей будет, собственно, на каждом этаже будет определенная своя задача у каждого этажа. Так вот делается один этаж, 4 блока. Вот так вот это все дело делается. Так, потом стены мы, соответственно, сделаем. Но это будет чуть-чуть попозже. Так. Давайте. И здесь делаем то же самое мы. Так. Ага, значит, что делаем дальше? Дальше мы делаем еще один такой этаж. Вот 4. На четвертом блоке у нас, собственно, заканчивается. Начинается крыша. Так, все. Каркас мы построим домик, а потом уже будем разбираться, что дальше, что к чему, там всякое такое. Собственно говоря. Так, 2 этажа у нас готовы. Давайте будем делать 3-й этаж. Вот так. Так, так, так. Вот так, давайте взлетим чуть-чуть. Все, готово. Так, давайте вот так вот сделаем. Дальше строим. Так, и дальше. Вот так вот. Все, готов наш 3-й этаж. На 3-м этаже, я думаю, у нас будет спальня. На остальных 2 сейчас посмотрим. То есть здесь будет такая лестница. Давайте сразу сделаем, собственно, лифт. А, нет, вот лифт будет вот таким вот. А, вот так вот. Это дело все будет выглядеть. То есть он будет вести под самый, прям под 3-й этаж. Но это чуть-чуть попозже. Сейчас мы берем 3 цвета досок. Делаем верхний этаж. Вот так вот. Потом пониже этаж, 2-й. Так. Так, так, так. Вот сюда. И вот сюда, вот так вот. Так, это, подождите. Нет, это выглядит не совсем так, как должно быть. А, все, нет, все правильно, подождите. Вот. Все, вот так это все выглядит. Так, ну и здесь мы делаем тоже пол немного другим. Так, давайте вот так вот это все дело зальем. Ну, а дальше, собственно, строим стены. Здесь у нас будут белые стены. Из белого дерева, то есть березы. Так, потом здесь. Нет, давайте здесь будет у нас вход. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Вот это у нас вход. Потом здесь вот. Вот так вот. И вот так дальше, да. Так, и здесь будет просто стенка. Так. Давайте сразу стекло я поставлю. Возьму стекло. И вот так поставлю его. Так, обустройством мы займемся чуть попозже. Пока давайте возьмем лестницу. Сделаем, собственно, наш лифт. Так, давайте. А почему не ставится? А, все ставится. Нормально. Так. Все, вот он наш лифт, который поднимает нас, собственно, в домик. Точнее, на верхний этаж домика. Так, ладно, давайте продолжим делать. Если у нас будет стекло. Стекло. Вот так вот. И темные стены. Так. И вот так вот. Так, сюда также делается это все. И тут также абсолютно это делается. Так, давайте здесь залутаем. И тут будет у нас тоже какое-нибудь окошко. Не знаю, маленькое. Так, 2-й этаж у нас тоже готов. И переходим к 3-му этажу, самому интересному этажу, я считаю. Потому что будет полностью из стекла.
Так. И вот так. Так. Так и так. Вот сюда все ставится. Сюда. И сюда. Так. И последний у нас остался слой. Ну, потолок, конечно же, мы не будем делать из-за, собственно, из стекол. Потому что, ну, это как бы это неудобно, согласитесь. То есть, конечно, выглядит прикольно, но это не, то есть, неудобно. Да. Так. Ну, и что же дальше мы делаем? Давайте поставим лестницу здесь. Вот, и начнем обустраивать наши этажи. Так, здесь мы делаем самое, в принципе, главное. Так, здесь мы делаем дверь. Потому что какой домик без двери? Давайте возьмем сейчас сразу все, что нам нужно. Там стол, сундук, цветок. Так, печку. Потом проигрыватель. Ну, книжные полки давайте. А, стоп, главное не взяли, собственно. Так, давайте возьмем дверь. Так, собственно, взял дверь. Вот, поставил. Ага, теперь дальше мы что мы делаем? Здесь мы ставим печки. То есть это у нас самый первый этаж. А, здесь у нас будут печки. Картина там. Вот так вот. И, в принципе, сундучки тут будут. Вот такие вот. Это, собственно, кухня у нас получается, да? Потом мы поднимаемся на этаж повыше. И здесь у нас будет зона отдыха, да? То есть, ну, там книжечки всякие почитать. Давайте возьмем наши книги. Возьмем книжный столик, как бы. И вот так вот это все заставим. Все. Тут тоже какая-нибудь полка. И тут какая-нибудь полка. Вот. Так вот у нас выглядит это все. Вот так. Да. Так это у нас все выглядит. Собственно, книжечки, там всякое такое. Дальше. Что мы дальше делаем? В принципе, зона нашего отдыха, так сказать, готова. Дальше нам нужно сделать самый главный и самый интересный этаж. Это спальня. А, нет, подождите. Кое-что я забыл. Сделать сюда. Так, нам нужно повесить картину. Так, все, готово. Картина наша повешена. Давайте возьмем проигрыватель. Чтобы там музычка играла, всякое такое. И поставим сюда здесь цветок. Потом книжный этот. Книжную полку. И столик, точнее, столик. Ну, и картину здесь повесим. Давайте какую-нибудь вот такую картину. Маленькую. Ну, что ж. В принципе, с этим этажом мы закончили. И теперь осталось только одно. Одно это освещение. Да? Здесь, значит, у нас такие вот лампы. А потом здесь вот такие вот лампы. И вот здесь такие вот лампы. Все. Давайте посмотрим снаружи, как это все выглядит. А, еще ступеньки нам нужны. Ступеньки. Это тоже важно. Давайте возьмем кварцевые. О, в принципе, получилось прикольно. Посмотрите, какой домик прикольный. Ну, а на этом я считаю все. С вами был Дебор. Всем удачи. Всем пока.